Вискас. Нагулялся. А? Нагулялся, да. Что здесь? А? В ступор вошла. Вискас, ну что ты лазишь по машине, а? Да пусть лазит. А? Он греется. Ну что ты, пискля? Несси, Вискаса потеряла, да? Где он? Ну-ка, где Вискас? Где? Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале «Хутор Стуканов». Ну, расскажи, что делаешь. Что делаю? Брызговик оторвало. Налить эту снимаю. Видишь, он саморез аж вышел из крыла. Ничего себе. Да. Вот оттаивает. Да, такой кусок льда. Это уже остатки. Да, а сзади надо делать тоже. Да сзади там ни на что не влияет. А вот здесь вот. Ну она трёт об колесо же. Нет, ерунду, оттает. А здесь уже вырвало. Колеса поворачивайте. Да. Вон, Вискас на дерево полез. Скалолаз. Так, что ешь? Ну-ка, фу, плюнь. Орех где-то нашла. Господи. Вискас. Вискас. Хулиганье. Циля, травку нашла. Пойдем, я тебя покормлю. Циля. Циля, пойдем. Циля. Сейчас тебе Цилю вынесут. Надо платить. Циля, местный гопник, да? Она ждала, а тут. Смотри, смотри, смотри. Циля. Все, не пройдешь. Надо заплатить. За выход. Да, Циля? Иди. Тебя в тарелочку или как-то покормить больше? А? Циля. Ешь, ешь, никто не отберет, Циля. Не спеши. Не спеши. Некоторые комментарии пишут. Ну, я так понимаю, люди далекие от деревни. Что Цилю в суп потом, или как вы ее есть будете. В который раз уже повторяем. Циля не сушка.
А кур не сушат, в деревне не едят. Поэтому цилю есть никто не будет, да, цилю? Даже если цилю нестись перестанет, будет жить, сколько проживет. Да, на особом довольстве. У нее пенсия будет. Да. Циля, да не спеши ты, никто не отберет у тебя еду твою. Вискоса надо ей хвост заново покрасить. Ну, еще видно там, ну да, надо. На, дай. Когда мокрый, не видно. Циля, а где твоя коробочка? Да, вон, я убрал ее. Вон, я туда поставил. Кстати, хочу показать. Вчера привезли материал на вольер. О, Циля. Иди, вон, твою коробочку. Иди. Не хочешь? Вот, привезли материал. Сегодня должен был приехать сварщик. Но как это бывает на Кубани, обещал Баклан Ставриди все устроить в лучшем виде. Сказал, что сегодня не может. Ждем завтра. Я бы, конечно, знал, не покупал бы материал. А то получается, как с отсевом, с цементом. Отсев пришлось раскидать. Ну, как бы нужно было раскидать, я его раскидал. Просто обидно, что целая машина ушла. Вот, просто так. Ну, ждем сварщика. А у нас весна. Такая погода. Ничего не колышется. Штиль. Прям после ночных морозов. Такое потепление. Ляпота. Сейчас Маргарита будет делать аварское чудо. Так, рецепт мне прислали из Дагестана. Мои родственники прислали. Татьяна, да. 2 яйца, пол чайной ложки соли, 200 миллилитров воды. Тесто обычное, как на пельмени. Чудо я делаю первый раз в жизни, поэтому не знаю, получится ли. Так что тряпками Маргариту не кидайте. Да, сейчас мне муки надо. 3-3,5 стакана написано. Я когда в Дагестан приезжаю, сразу хочу чуду. Правда, с мясом, вот мне больше нравится. Ну, мяса нету, там начинка нужна, баранина, говядина. Мы вчера всю отрадную объездили, только говядина, баранина нигде нет. А я прям так хотел баранину, это ужас. Ну, нету, у тебя полный сарай баранов. Этих жалко. Вот, буду я делать начинку, буду с картошкой и с сыром делать. Так как мяса нормального у нас нет. Утка и гусь не пойдут же, наверное. Хотя... На что? На начинку. Не, с бараниной будет, да. Баранина говядина. Да. Вот, сейчас замешаю тесто, а потом буду делать начинку. Пока тесто стоит, я делаю начинку. Порезала зелень, лук и укропа немного. Сделала картофельное пюре, сейчас потру сыр. И буду раскатывать и начинять. Ну, все по-разному делают, конечно, не знаю. Я первый раз, посмотрим, что получится. Мы какие ели? С творогом, да, в этом, в Куштаде? В Куштаде, я уж не помню. С творогом, тетя Мария. Но я помню, что мы в Дубках ели с мясом. Я это никогда не забуду. Ну, если я буду когда-нибудь еще в Дагестане, я обязательно буду заезжать в Дубки и есть чуду с мясом. Она там очень вкусная и тонкая. Алик мне помогает. Уже скоро обед, а я ему сказала, что нужно сыр потереть. Отработать надо. Да, потом я тебя накормлю. У нас все за взятку. Цили заходит в курятник, платит. Мы здесь выходим, Цили платит. Да. Я что-то делаю. То есть Маргарита что-то делает, я чем-то отрабатываю. Коррупция сплошная. Во вчерашнем ролике Маргарита спрашивала, что сварить, рассольник или чего.
Я говорю, да было бы неплохо сварить харчо. Мне больше нравится. Даже просто видно, что он крутой суп. А если еще тут присутствовать и почувствовать, как он пахнет, так вообще слюни текут. Суп на говяжьем бульоне из говяжьих ребрышек. Харчо? Ничего. Отличный суп. Люблю его. Я сюда добавила приправы из Адлера и аджику, которую я показывала. Амца называется. А теперь мы немного подбросим вкусной и нездоровой пищи. Пожелаем себе приятного аппетита. У нас плюс 7. Уже вечер почти. Все тает. Птички поют. С крыши капает. Красота. Циля гуляет. В доме орет Макс. Алик не может сидеть без дела. А я сейчас пойду лепить чуду. Можно выпускать арму. А, закрыл? Калитку закрыл, да. Тогда надо запускать Цилю. Да, Цилю. Они, Альма и Циля, на одной территории не уживутся. Да, Циленька, а? Циля, ну что ты ходишь, как хвость? Все тебе пожрать дай, пожрать, да, миска. С крыши капает так. Циля, пойдем домой. Она у меня на руках. А, ну нельзя. Нельзя отсюда. Альма у нас, короче, загуляла. Поэтому сейчас мы стараемся вообще никак ее не выпускать, чтобы все было закрыто. Только по территории. Ну, более-менее так я закрыл территорию. Ну, конечно, ерунда это все, все эти рабицы. Но кое-где, ну, точнее, не кое-где, а вообще везде я вбил колышки, помимо рабицы. Вот такого плана. Арматуринки порезал и вбил везде. Ну, надеюсь, что она никуда не убежит. Теперь главная задача у меня по размеру сделать, как они называются? Кружок. Кружок, да. Сковорода у меня вот такая, покажи, другой нет. Вот здесь, я думаю, примерно 20 сантиметров нужен, блин. Пойдет. Да? Вот. Кто делает часто чуду, дагестанские женщины, у них уже есть там сковорода, они знают, какой размер, сколько теста брать. А я вот сейчас буду пробовать раскатать. А они точно на сковороде делают или на листе? На сковороде. Ну там у них специальные сковороды вот эти плоские, ну, да, из бортиков. Да. Я вот у нас таких не видела. Нам надо было в Дагестане такую купить себе. Ну что-то мы это не подумали. Вот, нам нужно раскатать круг тонкий. Тонкий-тонкий. Тонкий-тонкий. Их надо два. Один побольше, а второй поменьше. У меня проблема раскатать ровный круг. Не знаю, может потом получится. Что бы сделал я? Я бы забил на это. Подумаешь, не круглый. Либо обрезал края просто ножом. Вот. А зачем? Они же будут залепляться. А, ну, тем более тогда.
Так, нужно начинку вот так размазать. Мы не в ресторане, поэтому нам главный вкус. Рецепт писать не буду. Кому интересно, в интернете много можно найти рецептов. Потому что я еще только учусь делать чуду. Их делают и с творогом, и с сыром. Много разных рецептов. Так, ну, наверное, вот так примерно, да? Угу. Теперь надо накрыть вторым. А, сейчас я включу сразу сковородку. Так, теперь накрываем. Вот так. Что-то у меня маленький получился. А, наверное, его можно натянуть чуть-чуть, да? Угу. И нужно вот так вот его... А-ля, закрытая пицца. Что-то у меня не очень хорошо получается это. Может, я не в ту сторону делаю, не знаю. Так. Да, вот с этой стороны удобнее будет. Вообще, по технологии, насколько я помню, уж по чуду бортиков нет. Почему? Оно защепляется вот так. А как же ты тогда сделаешь круглый вот так из двух этих, и внутри начинка, без бортиков? Ну, конечно, топорно у меня все получается. Наверное, все-таки не мое это. Ну, не знаю. Друзья, напишите, стоит Маргарите делать чуду для меня или нет? Жарится это все на сковороде без масла. Вот так примерно. Получился большой у меня блин для моей сковороды. Надо делать поменьше. Это, конечно, очень сложно, без опыта. У меня ничего не получается. Я так думаю, что это на листе надо делать. Я так думаю, что это мое первое и последнее чудо. Ну вот, друзья мои, первое чудо с картошкой. Конечно, они не казистые. Защипывать края у меня еще не получается нормально. В общем, жарится с двух сторон на сухой сковороде без масла, а потом смазывается сливочным маслом это все. И я закрываю вот этой штукой. То есть оно должно постоять, пропитаться маслом, и они должны стать мягкие. Начинка картофельная у меня закончилась. А тесто осталось. Значит, мы переходим к творогу. Подожди, а можно я еще раз посмотрю? Наша подписчица из Дагестана. Напишите, как вы делаете чудо. Да это чудо чудесное. Да. Подожди, руки убери. Рано еще. Это чудо чудесное. Да. Вот. Сейчас сделаю с творогом. Немного муки осталось. Ну... Первый раз сложно, конечно. Я уже слюнки взглатываю. Да, сейчас будем чай пить. Алик попробует. Да, чай я люблю. И скажет. Наполник. Да, для меня это, конечно, сложно. Это трудоемко. Но кто каждый день это делает, я думаю, они... Вот помнишь, тетя Мадинат с Куштады? У них это все быстро, раз. Ну, у них это как на конвейере, да. Там шлеп, раз пока туда-сюда, и уже раз, хоп, и все готово. Да. Ну, вот я уже, вот эти блины, которые раскатываю, у меня уже побыстрее чуть-чуть получается. Вот. Пельмени-то мы давно не делали, да? Угу. Последний раз, наверное, при Советском Союзе я маленькая была, делали пельмени. А потом все магазинное. Вот. Ну, делаем дальше. Вот это с картошкой. А вот это с творогом. Ну, сейчас мы чайку попьем, заценим. Сейчас Алик заценит. Ну, правда, не очень тонко получилось. Глашу было вкусно. Друзья, рекомендую всем аварскую чуду сделать, приготовить. Это, короче, получается вот тут
Тесто снизу, тесто сверху, а внутри начинка. Ну, начинка может быть разная, Маргарита уже говорила. Я вот уже целый блин сточил. Сточил уже вот два с творогом. Вот это с творогом, по-моему, ботишом называется, если я не ошибаюсь. Поправьте меня. Еще с мясом они делаются. Он с мясом, конечно, круче всего. Ну, фарша у нас нет, нужно горячий. Я думаю, что для первого раза нормально. Конечно, мы ели... Вообще было тонкостей, тонкое тесто настолько, что как у тонких блинов, и там еще мясо было. Вот. Но, в принципе, я считаю, что вот для первого раза вообще отлично. Отличная вкусная штука. Маргарите ставим зачет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Мы с Маргаритой желаем вам всего наилучшего. Пока.